что, друзья, я всех поздравляю. Это первое корню в 2021 году. Я недавно успешно вернулся на YouTube, а еще недавно пересмотрев все предыдущие части корню, я резко осознал то, что мировая общественность просто не может спокойно существовать без моего творчества и моих шедевров. Ну и поскольку как раз развиться на YouTube было довольно хайповой вещью среди русской аудитории, я решил вернуться к истокам, так сказать. Я думаю, от этого будет всем только лучше, как бы вам новый контент, а мне приятный досуг. Я обещаю относиться к этой рубрике максимально серьезно. Никаких тупых шуток, никаких случайных скримеров. Да и вообще будем жить припеваючи по красоте. YouTube на самом деле очень странная штука. Я практически ничего не делал несколько месяцев, а мне за что-то платили деньги. Я, конечно, не жалуюсь, но сама ситуация очень забавная. Фактически это пассивный доход. Но благодаря моему камбэку я начну приумножать свои богатства. Поэтому оставайтесь в курсе всех последних новостей моего канала, подписывайтесь и, самое главное, ставьте колокольчик. С каждым таким прожатым колокольчиком строится новая церковь. Прошу помнить и не упускать это из своей головы. А я с вами временно прощаюсь. До новых выпусков. Серега мне, сука, под дверь насрал. Я засуну ствол ему в анал.